Отличная игра. Обожаю Dark Souls. Всем привет, с вами Рэндалл, и наконец-то Dark Souls вышел на ПК, а это значит, что время поиграть в эту замечательную игру. У меня не работает джойстик. Это как-то грустно. Ей! Мы начинаем игру, и тут сразу же есть люди, и у меня не работает джойстик по-прежнему, как-то странно. Это явно не так, как это должно работать. Камера не работает. Ну, сразу понятно, что это за игра вообще. Не, ну тут же должна работать камера, я уверен. Вон, мне там персонаж чешет задницу. Стики работали. То есть сейчас, подожди, я должен все настраивать, тут кнопочки выбирать и... Ну, ты нажимаешь на джойстике кнопку и смотришь, совпадает ли она с картинкой. О боже мой, какой ужас. Ладно, прошло достаточно времени, и наконец-то все работает. И графончик такой, знаете, подтянутый. 60 FPS, все клево. Да нам идти. What the fuck? Только я мог умереть на самом старте. Зашибись. Какие-то кости. Это что такое? Какая-то псевдоплоть. Собачка. Собачка, эй, ты куда? Ты куда? Не, а что мне с ними делать? Мне их убивать, они атакуют меня. Какие-то свиньи бегают. То, что я на первом уровне, это не значит, что я не могу вас убить. Да они не атакуют даже. Какие-то опущенцы. Да, сейчас убью голыми. Surprise, motherfucker! Я об этом не думал. А что? Нет. Вас слишком много. Окей. Меня убили в самом начале второй раз. В задницу иди, собака, я не буду тебя больше трогать. Все. Ух ты, я пасхалку уже нашел в самом начале. Охереть, ржавая монета один. Вообще зашибись. На самом деле очень красивая игра, прям 10 из 10. Какой-то разлом, какие-то виды, водопад. Да я просто мастер. Гладкий шелковистый камешек. Серьезно, почему я нахожу какой-то мусор? Используется для восстановления здоровья. Но я не знаю, как камни могут помочь здоровью. Это вообще очень странно. Как меня зовут? Мне кажется, это хорошее имя. Да я сено какое-то, да, офигенно. Нет, я аниме. Чем отличается воин, рыцарь и мечник? Я не понимаю. Наверное, как и в первом Dark Souls, я бы выбрал нищего, но он тут какой-то слишком тупой, поэтому... Поэтому давайте за воина. Why not? Почему они все такие аниме? Прическа как у меня, лол. Не знаю, генератора какой-то выбери свое аниме, серьезно, я уже сказал 5 раз. Почему реально цвета, знаете, какие-то слишком насыщенные, нет просто какого-нибудь такого русого, ну, блять, какой-то зеленый есть, но это что-то не то. Реально можно сделать какое-то аниме, вот в прошлой части, по-моему, такого не было, там были все уродами. Не знаю, можно какого-нибудь транссексуала гея создать, почему бы и нет. Fuck you, game! Куда мне идти? А, сундук. Отлично. Мы украли вещи у бедных пожилых дам. Я что-то заюзал! Я не знаю, судя по всему, мне тут надавали кучу какого-то донатного оружия. Реально, 6 мечей, 6 щитов. Ладно, пофиг, я не буду. Я слишком хардкорен, чтобы что-то выбирать, поэтому начнем. Как мне выйти отсюда? Женщины, выпустите меня. А, окей, тут еще одна дверь. Она тоже не работает. Bonfire! Идем навстречу приключениям. Ей! Что там за херня стоит какая-то? Так, белый туман, наверняка опять уже к боссу какому-нибудь. Пройдем другим путем. Так, я опять юзанул какую-то херню. Самоцвет жизни, уберись куда-нибудь. Ты не так работаешь, как нужно. Отличный вид. Маджула. Я вообще туда пришел или нет? Было слишком много ходов, я не знаю, куда идти. Эти пути слишком сложные для меня, слишком много развилок. Я без понятия, куда я пришел, но... Но я куда-то пришел. Ух ты, мужик, у тебя такой меч классный. Вот... А, не-не-не-не-не, наверное, это я зря сделал. Что ты за херня так? Окей, окей, что ты такое? Что? У тебя какой-то пинус. Пинус. Что у тебя? Выпустить. Окей.
Что у тебя с животом? У тебя пинус какой-то больной, сходи к венерологу. Окей, ладно, я думаю, что тебя убить. Ух ты, какой-то жирный. Бакстейдж, лол. Лучше, получилось. Только убивать я тебя буду очень долго. Не прикасайся ко мне, вдруг это еще заразное. Оп, ой, не прикасайся. Так, окей, все. У меня даже фляжек нет, чувак. Don't touch me, мазафака. Окей, окей. Все очень плохо. А, может, я даже не бакстейдж делал. О, нет, 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 нет. Все, я живой, я живой, я живой. Ой, все, все, ты умер. Фух. Я искренне надеюсь, что это был босс. Я могу себя похилить? О, здесь еще одна дверь, лол. Окей, 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 это wrong door, wrong door. Еще один заразный. Окей, не та кнопка. Управление немного не то. Не, ну, ты какой-то слабенький. Все, мазафака. Убили ублюдка. Куда я иду? Я, честно говоря, не понимаю, я заблудился. Так, я был здесь уже. Ну, знаете, здесь очень красивые локации, тени, вообще графончик. Прям тен оф тен. О, бонфайр, ей. У меня неплохо получается, я думаю. Привет, мужик, как дела? Че, грустишь? А, ну, я думаю, это неплохая идея. Ой-ой-ой. Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет, но я просто хотел помочь. А, я свалился. Ой-ой-ой, какой, как неприятно. А, Jesus Christ, меня второй раз убивает пропасть. Так, я буду говорить с котом каким-то. Серьезно? Боже, это лучшая игра, которую я только мог узнать. Сука, говорящий кот. Я говорю с котом. Отличная игра. Почему я говорю с котом? Я, пожалуй, пойду в какое-нибудь другое место, например, спрыгну вниз. Кто знает, какие приключения меня могут ждать впереди. That's okay. По-моему, я туда не могу идти. Ладно. Подумаешь, что это такое? Я не хочу сражаться с боссами! Грёбаная пропасть! Снова! Fuck it! Эй, мужик, ты что, стрелять в меня собрался? Нахер иди. Обыщите местность. Отлично, я люблю обыскивать местность, когда меня стреляет лучник. Просто обожаю. Мое развлечение. Да иди ты нахер, мужик. А, все, понятно. Ну все, тебе капец, мужик. Окей, ты сейчас свалишься в пропасть, ты об этом не знаешь. Что ты сделал, мать твою? Пропасть, going... А, ну ладно. Мне пропасть за ним прыгать или как? Не, ну вроде не высоко. Эй, что, ты что, еще жив? А, я жив еще. У меня стрела просто в голове. Сук. Сейчас нужно прыгнуть на него. Ой, промахнулся, мужик, прости. Прости, мужик. Так, окей, окей. Очень опасный момент. Мне не нравится. У вас там... Да вы читеры, двое против одного и один суком. Зашибись. Ну все, вам конец, короче. Джойстик! Я просрал душу. Зашибись. Отлично. Просто отлично. Знаете что, идите нахуй. Я не пойду больше к вам. Все, мне достаточно. Fuck you guys. А, типа здесь меня должны были научить атаки. Ладно, я, возможно, пропустил немного обучения. А, ну, естественно, конечно. Да, меня еще будут учить перемещению камеры. Отлично. Окей, мне кажется, что здесь мои приключения могут закончиться. Сука! Неприятно. Является ли кувырок прыжком? Или он автоматом должен прыгать? Сука! Опять! Ну! Окей, я буду думать, что он автоматически прыгает. Но он не прыгает. На этом все, так что дайте мне знать, если вы хотите еще больше роликов по Dark Souls. Мне очень интересно, стоит ли продолжать делать видео по этой игре. И на этом все. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал, если вы тут впервые. Окей, давайте, пока!